Ведущий производитель алюминиевых композитных панелей в России. Рабочий день губернатора в Фурмановском районе начался с посещения компании «Билдекс». Панели этой фирмы применяются при строительстве в качестве фасадных или декоративных облицовок торговых центров, стадионов, жилых и офисных помещений. В 2015-м приняли решение расширять производственные мощности. В этом году уже открыли новый корпус с уникальной высокоскоростной линией. Уникальность данной линии состоит в том, что мы можем производить АКП за один производственный цикл из исходных сырьевых компонентов российского производства, минуя стадии грануляции, что снижает наши издержки и позволяет качественно производить продукт, следя за его характеристиками, в том числе за такими важными характеристиками, как трудногорючесть фасадных материалов, к которым повышенные требования. Всего на «Билдексе» около 150 сотрудников. Новый корпус позволил увеличить количество рабочих мест на 30 человек. Линия автоматизирована, много специалистов не требуется. Обслуживает два оператора, контролер и один человек обслуживает уже стол готовой продукции. Также сейчас завершается монтаж автоматизированной системы хранения и подачи сырья. То есть также большие инвестиции вложены именно хранение и в централизованную подачу сырья без участия людей. То есть обслуживает один оператор, который просто следит за оборудованием. По инвестициям Фурманов в последние годы сильно прибавил, отметил губернатор. Начинали с лиматон упаковки, затем предприятия «Миртекс», фабрика «Фаберлик». Собственные траты «Билдекса» на новый корпус и производственную линию составили порядка 200 миллионов рублей. У предприятия есть дальнейшие планы. Я считаю, что оно вполне могут претендовать на предоставленные для моногородов возможности, связанные с льготными кредитами. Если такая заявка будет, мы ее, безусловно, рассмотрим. А так, это сегодня современное предприятие. Я считаю, что именно из таких предприятий должны современные города состоять. В этом году «Билдекс» уже потратил на свое развитие более 60 миллионов рублей. Инвестиции идут на доработку линии и новое оборудование. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Фурманов.